Снова всем привет, ребят. Очередные посылочки из Китая. Их две. Знаете, ну что, из-за чего и их, ну что, объединил? Что стоимость там смешная идет, скажем так, ну что, с первым их, ну что, все его уже видели, а со вторым стыкаюсь, ну что, впервые. Кстати, вот я смотрел шикарнейший, ну, типа, обзор на этот телефон. Внизу, ну что, ссылочка в описании будет. У нас есть от компании Elephone. Ой, Улефон. Скажу честно, ну что, знаете, этих китайцев, ну что, столько, что ты уже иногда, ну что, путаешься. Из плюсов, что за упаковочку. Шикарно пупырку лупанули. А здесь уже сэкономили. Покупал HT16. Я так думаю, ну что, все в курсе. Из плюсов его, ну, скажем так, какие? Стоимость и все. Так что из начинки? Чтобы вы увидели, смотрите, с таким же самым... И с процессором, что здесь гигабайта, и что здесь гигабайта, ну что по памяти идет. Так, тут, так, чтобы здесь из восьмеркой, и тут из восьмеркой экранчики, ну типа HD идет. Аккумулятор, ну что 3000 и 3000. Ну считаю, что, ну что в принципе, вот, с технической стороны, ну тютелька в тютельку. Вот единственное, что из недостатков, что здесь еще используется и старый Андрюша. Вот так, открываем такое чудо. И что у нас здесь есть? Так, спинка сделана из пластика и структура. Ну что, интересно, ну в чем плюс, что знаете, что пальцев вы здесь, ну что, вот не увидите. Так, здесь, казалось, динамик у нас, ребят, идет. Здесь чистенько все. Здесь только оказалась, ну, куча дырочка для микрофона, что включение и кнопки громкости, 3,5 и питание. Есть, кстати, ну что, вдруг интересно будет кому-то сюда делать вот так, раз. И два. Смотрите, аккумулятор идет. Сим-карта втыкается, ну что, первую и вторую, и карта памяти. Окей. Но честно, вот я вам скажу, что для меня, ну что, интересен такой телефон больше. Так, включается. Таран-та-дан. Так, что у нас из комплектации? Что вы увидели? Стандартное питание, ребят, идет. Есть. Так, что же из вилочкой? Я думаю, что будет, ну, куча компактно и на одну амперку. Но в любом случае, чтобы вы увидели, что и куда. Да. Есть. Окей. И, конечно же, инструкция. А чехол где? Вы что? Знаете, вот эта, ну, куча экономия на все 100% идет. Что жалко. Ну что, оказался в чехолчик в комплекте. Я так думаю, что было бы изумительно. Так, и, конечно же, стыкаемся с таким телефоном. Ну что, в чем плюс, то вот сколько я покупал, ну что, эту фирму, ну что, в принципе, ну что, все их, ну что, телефоны по качеству вообще вполне, ну что, терпимы. Из-за этого я вот, ну, куча классно к ним отношусь. Вскрываем. Фигушки, значит, отсюда. Извините. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Есть. И снова не отсюда. Так, ты что, издевайся? Так, я самый лучший. Ага. Сюда. О! Есть! Телефон у нас есть. Ну, честно, знаете, вот я скажу, ну, с упаковкой уже, ну, что, попридумывали такую хрень. Так, в комплекте у нас есть USB стандартный. Окей. Я так думаю, что всем интересно, знаете, кажется, смешно. Инструкция. Слушай, лесом. И гарантия, я так думаю, да. А питашка. Извините, но так стабильно делаю. Естественно же, ребята, идет на 1 ампер. Окей. Что у нас и с телефоном? Ой-ой-ой. Но, ребят, чехольчик здесь вообще, ну что, супер. Потому что сделана, ну, структура, ну, типа в карбона идет. И смотрится вот все вполне, ну что, классно. Так, структура чехла, ну что, сделан, ну, знаете, вот, типа резина, но вот, ну что, по пластику здесь, ну что, чувствуется, что больше его, спинка, чтобы вы увидели, но, кстати, ну что, чехол здесь вот не из дешевых, ну, куча, ну, стоимость их, ну что, кусается в таких чехлов, что в Китае. Так, что у нас здесь? Ага, чтобы вы увидели, техническая сторона, с таким экраном, такие камеры. Здесь так идет, ребят, экранчик, аккумулятор, 4 ядра и гигабайта памяти. Но здесь оказалось, ну, типа считывание лица у нас есть. Каркас, кстати, сделан из металла, ну что классно, знаете, ну, телефон с такой стоимостью и каркас из металла, то я вам скажу, ну что редкость. В
включается в 3,5. Питание у нас здесь идет, включение и кнопочки громкости у нас здесь идут, ребят, и микрофон. Вот. Специально, чтобы вы их увидели, сюда показываю. Так, раз, есть, два, толщина, сюда и спинками. Опачки, окей. Так, смотрите, в чем прикол, что здесь идет типа две камеры, вспышечка и динамик внизу. Давайте вскрываем и глянем все-таки, а что же внутри. Кстати, структура у спинки вот здесь очень интересная, знаете, и по качеству оно идет типа глянца, но вот я так думаю, что по пальцам вы их в перспективе и не увидите здесь. Тут вполне терпимо все. Так, что у нас по аккумулятору? Опачки. 503 тысячи ампер-часов. Такая вот ситуация есть. Окей, и закрываем все-таки эту штуку. А, кстати, ну что, скажу честно, что упустил. В таком телефоне и сэкономили, втулили в комбинированный слот. Втыкаете или симки две, или симка и карта памяти. Вот я вам скажу, ребята, что жлобство конкретнейшее идет. Знаете, уже... сделайте, то есть я так думаю, что здесь территория вполне комфортно и хватает. И с чему экспериментировать? Так, включаем его и смотрим все-таки, что же внутри будет. Есть, пока включается, чуть-чуть покручу вам его, чтобы вы увидели все-таки бок. Сюда. Так. Не, классно он смотрится. Я говорю, знаете, телефон с такой стоимостью, вот сейчас... Там, по-моему, скидка у них и шла, то за такие деньги, то я вам скажу, вот так, школьнику или студенту, знаете, что, тем, кто, вот есть такие детки, что слишком, скажем так, активные, то я так думаю, что тема была. Так, что у нас с экраном? Секунду, давайте, опачки, раз, все ж теперь шивать будет, а ты пленку не снимаешь, все, иди сразу, да-да, специально снимаю для вас, опачки. Сюда. И просто, вот, чтобы вы увидели, включая вот с менюшки именно. Здесь включается так. Но в чем плюс, что знаете, что все включается и срабатывает на изи. А здесь что? Раз, два. Раз и два. Раз и два. Раз и два. Не, кстати, знаете, в телефоне оказалось, гигабайта оперативки. Но, кстати, вот в плане системы все вполне вообще... Окей, смотрите, раз, два. Есть, есть. И сюда, и так. Нет, тут все вполне терпимо. Если захотели, то изменяете. Обои у нас есть, что включается и установки экрана, типа пишется, чтобы автоматически значки добавлялись. Кстати, из плюсов, смотрите, пункт есть. Если захотели, то спрятали и используйте полностью экран. Вот здесь я вам скажу, что круто, что китайцы тут умнички. Окей. Сюда включаем шторочку. И, конечно же, что включаем? Установки. Хотя бы, знаете, все по минимуму, чтобы вы увидели, что, куда и как, ребят, идет. Есть. Давайте глянем. Система. Так, сюда включаем. Информация о самом телефоне, чтобы вы увидели, что я не обманываю, что такой телефон у нас идет. Да-да. Так, включается жесты. Если захотели, то смотрите так. Раз-два. И камера включилась сразу. Ну, конечно, что плохо, потому что в перспективе отсюда выключается эта функция. Надо. Идем дальше. Жесты, скучно, неинтересно. Что у нас есть? Вау. Есть куча пункт автоматическая чистка приложений. В чем прикол? Телефон тупо очищает все полностью. В хлам, что система чистюсенькая идет до такой степени, что знаете, аж дико бывает. Действительно, здесь-то, конечно, китайцы чуть-чуть сделали, скажем так, перебор идет. Окей. Жесты движения. У нас есть движение телефона. Отключение звука, если захотели, то и тишина сразу будет. Окей, система движения двумя точками. Двойное нажатие. Вот единственное, что толковая штука, если захотели, опа, выключается экран. Вот здесь, в китайцы, умнички, и здесь все окей. Вот единственное, знаете, включили бы
и включение сразу, то было бы тем. Я так думаю, двумя тут вверх-вниз громкость. Опа, и изменять. Смотрите, прикол. Вверх-вниз. Не, ну, кстати, ну, штука интересная. В принципе, да-да. Но толку и разница, ну, если захотели, в ту кнопочки чикнули, и все вполне комфортно будет. И пункт, если захотели, то так, ну, что чисто в теории, ну, что вы, ну, что руками, ну, что дергаете, и все будет включаться на заблокированном месте в положении датчика настроения. Я включаю и говорю, опа, чудеса, опа, опа, нифига себе, гляньте, ага, опа. И открывается. Нет, вот эта штука, ну что интересно, но толку, ну что включили бы такую тему. А получается, что ты в любом случае будешь так опачки и колдуешь. Нет, ну что включается и срабатывает, здесь китайцы, ну что умнички, и претензий к ним, ну что в принципе от ноль. Окей, идем дальше. Что же у нас есть? Специальные возможности, скучно, неинтересно. В телефоне есть па-бам-па-бам, дура спит. Какого хрена вы ее, ну, стулите? Я говорил и говорить буду. Она для телефона вот не надо. Телефон, ну, сейчас бюджетка, что гигабайта оперативки и восьмерка из постоянной. И по факту здесь, ну, сейчас где-то идет 4 с копейками. Ну, останется, ну, что для вас. Скажем так, ну, сейчас телефон идет, ну, только для, ну, использовать, ну, сейчас Skype, ну, сейчас или Viber, или YouTube, или, скажем так, только для таких, ну, целей. Или две сим-карты, или симка и карта памяти. Вот здесь они чуть-чуть, ну, лоханулись и накосячили. Ну, если честно, вот я говорю, как оно есть. Звук. Так, что у нас здесь интересного есть? Если захотели, то включается улучшение звука. Та-дам-та-дам. Красавы. Окей. А что же у нас с рингтонами? Сюда. Все включаем в погром. Тише сразу стало, видите, насколько? Ты забирай. Ну, ребят, кучи громкости в телефоне вполне, ну что, хватает с избытком. 4 с плюсом, но единственное, я думаю, ну что вы, ну что услышали, в перспективе, вот, если будет вторгаться, ну, куча динамик, то, скажем так, шанс окажется, что вы его и не услышите. Хотя, ну, куча кричит, он действительно, ну что, громко, но по качеству 4 с минусом, тут 100%. Экранчик, ребят, что включается автоматическая подсветка у нас, если захотели, то по минимуму и по максимуму. Ну, кстати, знаете, вот я вам скажу, что лучше, ну, включать так, я думаю, чуть комфортнее будет, а то ты включаешь, и по факту оно, ну, только слепит экран в конечном итоге. Здесь наша печалька. А что у нас еще есть? Автоматический разворот экрана. Ага. Если захотели, то изменяйте, ну что, экран, ну что, кнопочки вот на экране, я так думаю, что все, ну что, увидели эту тему. Авто есть. Давайте испытаем. Опа, включилось. Опа, включилось. Но, конечно, что думать, чуть-чуть что долговато все-таки. Но ничего, вполне терпимо. Здесь пока тишина. Аккумулятор, ребят. Если захотели, то включайте. Смотрите сюда. Пишется с процентами. Я вам скажу, что классно. Если захотели, то включается экономия, ну, что аккумуляторов. В такой ситуации, ну, сейчас тесуются все сети и вся хрень с него. Так, что же с Bluetooth? Ну что, пишется, я так понял, что у нас, ну, что включается, ну, куча USB, OTG, что в перспективе, ну что испытаю, и внизу в, ну, описании напишу вам, включается или нет эта херня. Сеть есть, я там думаю, что, ну что интересно, вы ничего, ну что, вот не увидите. Ну что, в чем прикол, что здесь, ну что используется на полную Android Go. Видите, ну, что все приложения считаю, что, знаете, ну, что сделано так, чтобы вы, ну, что включили их, и типа, ну, что в теории оно все включается и поинтереснее, и быстрее. Вот смотрите, ну, что включаю в первый раз его. Опа, включилось. Есть. Что у нас еще здесь интересно? А карты включить? Ждем. Карты включили, карты включили, карты включили, и включился. Есть. Ну, кстати, знаете,
Смотрите, ну, короче, все в памяти, скажем так, в ПК, ну, что терпимо. Естественно же, испытаем экранчик и YouTube сразу, чтобы вы увидели. Парам-папам. И думает. Скажу честно же, включается впервые. Окей, 4K. Ну, что попытаемся так сразу. По экрану и картинку, так что-нибудь поинтереснее все-таки я включу. И снова эта долбанная реклама. Так, ты собирайся включаться. Вот видите, в чем прикол с телефонов с гигабайтой. Ты его сюда, а оно тебе говорит, а пошел ты лесом. Вот видите, смотрите, опустил я телефона, то давай уже. И нифига. Ладно, в такой ситуации, опа. И включили на целый экран. Если захотели, то включается полностью. Так, что у нас, смотрите, что включается и с настройками. Ой. Извините, раз, два, настроечки по качеству, ну что, 400, ага, то все-таки по экрану сэкономили, да-да, вот ребята, вот видите, ну что, вот здесь, кстати, экранчик поинтереснее будет в конечном итоге, но это, я так думаю, не сильно и смертельно, здесь, знаете, ну что, с таким дизайном, с каркасом из металла и с терпимой, ну что, с камерой, то это все компенсирует вполне, включаем картинку по максимуму, чтобы вы увидели цвета. Все вживую, ребята, идет. Ну, кстати, знаете, вот я вам скажу, экранчик здесь вообще вполне окей. Даже, так себе сказать, есть, я сюда показываю, вверх, снова вниз. И с близка, чтобы вы увидели вообще, потому что детализация идет сюда. О, потому что пиксели сразу видно, есть или нет. Сюда и включается, видите, чуть есть изменения. Но вот именно, по экранчику, секунду. Так, ребят, извините, стыкаемся и с таким, знаете, все мы люди. Но, действительно, экранчик здесь, бомба. Тем более, что я говорю, сейчас со скидкой на его стоимость. О, включается и срабатывает, видите, даже. Опа, чудо. Но в любом случае, знаете, все вполне терпимо. Если отталкиваться от его стоимости, то все пока идет вообще окей. Естественно же, испытаем в динамике вживую, чтобы вы услышали, что, куда и как. Есть? Так, у нас есть. Прикольная песня. И снова это долбанная реклама. Опа. И снова фигушки. Красава. Я так думаю, все услышали, динамики и что звучание здесь, скажем так, вполне терпимо. И претензий у меня вот именно к динамике и громкости. Я говорю, что со скидкой на его стоимость здесь идет, все окей. По камере, ребят, кому интересно, примеры и фото, и видео будут в конце, ссылочкой там тыкнете, я склепаю, все полностью, в кучу, чтобы вы увидели. Знаете, рассказывать, какой здесь, телефон и что, здесь, типа идет, снимает и черно-белое, и все полностью, по факту тут оказался, естественно же, единственная камера, но снимает оно, кстати, вполне терпимо, просто вот, чтобы вы увидели, вписалось, и фото, и видео, но в плане, вот я вам скажу, детализации, все вполне, окей. На его стоимость, то все, терпимо. Идет, сюда включал, писалось видео. Скажем, и комфортно, и с цветами, и всем полностью. Естественно, в темноте он снимает, вот не ахти, крути, не крути, стоимость 50 баксов, то вы и не ждите, что камера, изумительная. Примеры в конце видео будут. Есть. Так, ребят. И, конечно же, что?
Антутушка, я так думаю, то знаете, оказалось, но всех вообще интересуют вот не телефоны, а что же с Антутовых. Ну, идет, я не понимаю, конечно, такого дебилизма, но, скажем так, ну, что для кого-то такая штука вообще имеет значение. И для спортивного, ну, что интереса, вот я, ну, что за чего держал, что вот есть, ну, что телефоны еще дешевле, но по факту, вот я вам скажу, ну, что старый, ну, Android, но система стабильная, ну что все включается и срабатывает на изи, и знаете, ну что, и переплачивать за такую хрень, я не знаю, ну что, скажем так, вообще, кто ищет, ну что, телефон для работы, то вполне такого хватит. По, так, чтобы вы увидели, что у нас ситуация с Antutu, ребят, есть. Давайте включаем, естественно же, информацию о самом телефоне. Так, ребят, там с подсветкой, ну куча, не кипишуйте, ну, скажу, ну что честно, ну что телефон, ну куча покупаться, ну что в перспективе будет, из этого и пленку я не снимаю. Система, вот видите, ну что отличается идет, но что здесь 32 бита и что здесь есть, так, с памятью у нас такая же самая ситуация идет, видите? Окей, а что же по экрану? С процессорами, я так думаю, что все в курсе, тесты 1 и 2. Давайте, давайте. Парам-папам. Парам-папам. И что здесь два касания, что здесь. Так что здесь, ну, что, скажем так, оказалось, у них, естественно же, ну, куча ничья. Так, включаем и, ну, куча информацию о телефоне. И показываю вживую все. Ну, что включаете, ну, что жмете, ну, что паузу. Да, и попроще будет сразу. Так, включили сначала. Раз и два. Смотрите, что у нас здесь идет. Есть память, камеры, есть сюда аккумулятор. Ну, конечно же, ну, что всех интересует аккумулятор. Ну, что писал, ну, что здесь 3000 и что здесь 3. Я, ну, что для спортивного интереса взял синтетику, и что здесь, и что здесь. И, ребят, знаете, ну, что честно, ну, что там, скажем так, оказалась, ну, что печальная ситуация, и что там. А куда она делась, та программа? Вообще, а он сюда, и включаешь, извините, и такое бывает, да-да, сюда, и я тоже человек, сюда, и что здесь печалька, и что здесь, ребят, я думаю, видите, ну что, ну куча дно идет, ну скажем так, синтетика, я вам говорил, ну куча говорить буду, ну куча только цифры, но в любом случае, знаете, вот есть люди, для которых, ну что синтетика, ну что, ну куча имеет значение, я, естественно же, ну куча кинул, на тестер аккумулятор здесь и показала мне на секунду, что скажет, включится или нет. Так, ждем, что включился. Думает в первый раз. Ты что, издеваешься? Вот, чтобы вы увидели аккумулятор. Ну, куча, вот я специально, ну, для спортивного интереса испытал его, чтобы, знаете, я так думаю, что будет все-таки, ну, что, кому-то интересна и такая штука. Окей. Так, что у нас еще? Включаем, естественно же, все датчики, чтобы вы увидели. И здесь, естественно же, полная экономия. А тут вообще включаться отказывается. Ну, стыкаемся с таким. Испытываем его. И в теории, ну, что все включается и срабатывает. В теории, опять же таки. Акселерометр включается и работает, ребят. А приближение, опачки, есть. 1-2, 1-2. Супер. Окей. Спутники. Я думаю, что здесь вообще, ну, хрен споймает, но а вдруг свершится чудо все-таки. Сюда, сюда. Так, ну что пишется, что включены спутники у нас. Но в чем прикол, что я включил, а по факту-то их нету. Местоположение включено по координатам сети. Так, ну что, включаем все источники, ребят. Опачки, жмем. Да-да. Ух, нифига себе. Что, в чем прикол? Ну что, чудо, ну что, свершилось и споймало. И, кстати, ну что, точность вообще, ну что, изумительно идет. Ну что, вот, ребят, ну что, телефон с такой стоимостью, вот я вам скажу, ну что, точность здесь, ну что, вполне, ну что, терпимая. И что, спутники, ну что, споймало, то классно. И гляньте, и здесь тоже классно. Да ты что? Вот вам, ребят, видите, ну, кто искал, ну, телефон, чтобы в автомобиль был, то я вам скажу, что, в принципе, учитывая его стоимость, то вполне, ну, что терпимо. За компанию, ну, что,
функцию будете вписать и поездку, и регистратором будет, и с навигацией. Вот единственное, что, знаете, вот я, что упустил, что китайцы акцентировали, что в телефоне включается еще функция сканирования лица. Да-да, вот, ребят, знаете, ты бываешь, ты в спешке, и вот мне интересно, ага, включается в такой пункт у нас есть, и давайте, для спортивного интереса, попытаемся его все-таки испытать, включается или нет. Я в курсе, что все кипишевать и злиться будут, но, ребят, извините, все мы люди. Я говорил и говорить буду об этом. Вперед, окей? Так, считала, и попытаемся испытать ее. Включилась, еще раз. И снова включилась, нифига себе. Так, ребят, знаете, для спортивного интереса оказался у меня телефон еще от компании Omi Digi. Здесь тоже такая функция есть. Давайте глянем сюда. Нифига себе. Еще раз. Так, еще раз. Не, скажем так, все включается и срабатывает. Спасибо и на том. В телефоне индикатора нету. Скажем так, вдруг такая штука интересует кого-то. Но я втыкал, думал, вдруг есть, оказалось, фигушки. Извините. И, конечно же, с последним испытанием для телефона будет, ребят. Чистим систему и попытаемся штанги включить. Я думаю, все помнят, что в телефоне гигабайта оперативки и восьмерка из постоянно идет. Я так думаю, что не включится и не пойдут, но попытаемся, все-таки. А вдруг еще комфортно идти будет. Я сближение все-таки чуть сделаю, чтобы картинка была поинтереснее для вас. Пара-па-па-па-па. Так, включается первый раз. Давайте попутно, пока у нас что там в Ютубе пишут. Смотрите, включается чудо. Тара-па-па. У меня именно этот телефон. Спасибо за обзор. Все наилучше. Сука, в долбоеб. Говори нормально. Скажем так, извините, что я заикаюсь, ребят. Так, покажу кучу установки и настройки, чтобы вы увидели, что, куда и как. Все выключено. Естественно же, по минимуму, ребят, идет. Так, сюда. И попытаемся все-таки включить руш. Там что еще есть? Да, в том-то и дело, что я смотрел обзоры, лучшая цена я брал здесь, на стыковку в описании. Уже потом начал идти дальше, не везде подались противоречивы. Ты там с пермой... ли давися. Ребят, я женатый и двое детей у меня есть. А если вы сосете, то глотаете, то извините, вот есть такие люди, что любят девчонок и женщин, то я не такой. Окей. Так, включаем. Так, смотрите. В FPS 334 пока. Кстати, что вполне окей. Давайте в 35 сюда я включаю. По управлению. Знаете, вот я вам скажу, что, в танке вы на нем вообще в комфортно, не поиграете, по-моему. Хотя, нет, видите, из-за касания, не знаю, дело, в пинге, вдруг. Но управление, не ахти. Но суть у нас, в чем, чтобы вы увидели по ситуацию с FPS-кой и 332, ребят. Именно в стрельбе, то я думаю, здесь будет тяжеловато и конкретно. Давай, я в курсе, что кто-то будет здесь. Пушка
Так, смотрите, ну что, по FPS пока пишется 142, ребят. Есть. И встречаем кого-нибудь. Окей. Ой-ой-ой, у нас команда-то сливается по полной. Есть. Так, в точку захватили одну, идем дальше. А ты что стал? Так, ребят, ну что, писа стабильно в 32 по FPS. Я так думаю, что, знаете, если отключить еще ограничения здесь, или что там, еще, ну что, в перспективе оперативки, о, все, ты уехал сам, как всегда. Так, ребят, я так думаю, что у меня все-таки, ну что, пинг вообще слетел, ну что, видите, я такая, нифига. Так, нет. А в чем прикол тогда? Что случилось и с касаниями? Или у меня отказало одно касание вообще? Ну что, вот видите, и я пытаюсь что-то сделать, и нифига. Ну что, включилось только управление. Ну что, громкость. Что-то включилось. А, ну что, включил вот эту штуку, что, ну что, громкость изменяется двумя кнопками. Из-за этого оказалась такая штука. Извините. Я, ну что, в курсе уже, что я начудил. Система и, по-моему, жесты. Сюда. Не сюда. Жесты. Быстро не то. Дата и время не то. Вот видите, за таких, как я, вот, ну, куча в команда в конечном итоге сдувает. Есть. И возвращаемся. Вдруг. Опа. И включились. И уже все вполне, ну что, типа, в комфортненько. Будет играться нам когда-нибудь. Есть. И в кусты сразу идем. Опачки, идем. Ай, ай, ай. Да что ж вы все по мне стреляете? Я же единственный, Ленька. Да. Так, ребят, скажем, ну что куча из плюсов. Ну что, телефон стабильно, ну что, держал по FPS, ну что, писалось 31. Но из недостатков, что телефончик-то идет, ну что, с двумя касаниями. И в конечном итоге, я так думаю, что будет вам не сильно комфортно играть на, ну, в перспективе вот на нем. Скажем так, ну, в простые игрушки вы в комфортненько, ну что, поиграетесь. Кстати, вот, ну что, по поводу, ну что, аккумулятора. Вот я, ну что, сколько включенный экран, ну что, видео, и все полностью. Включите сначала, ну, куча видео. И в конце, ну что, сколько ушло, ну что, аккумулятора. И вы, ну что, скажем так, ну, что, прикинете в картину, насколько, ну что, телефона в перспективе. Всем хватит вам. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока.